В Грозном проходит марш против карикатур на пророка Мухаммеда. В митинге принимает участие глава Чечни Рамзан Кадыров. Тысячи верующих с раннего утра прибывают в Грозный со всего Северного Кавказа. Шествие стартовало на площади Минутка, от которой собравшиеся направились к мечети Сердца Чечни. В храме пройдет коллективный намаз, сообщает с места событий корреспондент русской службы новостей. Акция организована по инициативе духовенства Чечни. Ожидаемое число участников более 1 000 000 человек. Акция призвана защитить верующих и выступить против оскорбления их чувств. Поводом стали публикации карикатур на пророка в европейских странах.